В Мариторяке с прошлого года запустили проект «Семейный дозор». Его цель – помощь семьям с детьми, испытывающим жизненные трудности. В зоне особого внимания малообеспеченные и неблагополучные семьи. Они регулярно получают как консультативную, так и материальную помощь, продукты и канцтовары. Не меньшее значение уделяется и социальной адаптации таких ребят. Так, на базе Мариторекского центра дополнительного образования был открыт специализированный центр, где для ребят проводят различные игры и мероприятия. Реализация проекта «Семейный дозор» охватывает около 79 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этих семьях воспитывается порядка 150 детей. Идея реализации проекта возникла в связи с тем, что семьям и детям данной категории нужна помощь в социальной адаптации, для того, чтобы они себя комфортно чувствовали среди своих сверстников, среди друзей. Стоит отметить, что в Мариэл различные виды федеральной и региональной поддержки получают более 20 тысяч семей.